Добрый день, уважаемые телезрители! Вы смотрите очередной информационный выпуск «Новости района». В студии работает Навсет Бричева. Традиционная рабочая неделя в администрации района началась с расширенного планерного совещания. Участники рассмотрели и заслушали доклады по разным вопросам. 10 апреля глава района Заур Хамирзов провел еженедельное совещание с заместителями, руководителями структурных подразделений, главами сельских поселений. В ходе совещания участники традиционно рассмотрели и заслушали доклады по разным вопросам. Руководитель района отметил приоритеты, поинтересовался ходом выполнения поручений данных им на предыдущем совещании и их конечным результатом. Это вопросы, касающиеся весенней призывной кампании, оказания помощи семьям мобилизованных добровольцев и служащих по контракту, достижения показателей KPI «Дерево цели». Важное внимание на совещании было уделено вопросу санитарного состояния населенных пунктов района. Выслушав информацию от заместителей и руководителей муниципалитетов, глава района рекомендовал усилить работу по санитарной очистке и благоустройству территории сельских поселений. По итогам совещания был определен план работы на будущую неделю. По всем вышеперечисленным вопросам даны поручения, а их реализация поставлена на контроль. В последнее время в районе ягодным культурам уделяется все больше внимания. Герой нашего сюжета, воспользовавшись государственной поддержкой, заложил на своих площадях около 2 гектара корней ежевики. В последнее время в Кашхабском районе ягодным культурам, в том числе и ежевике, уделяется все больше внимания. Она пользуется спросом, а рынок ей особо не заполнен. Вот и по этой причине герой нашего сегодняшнего сюжета, не задумываясь, начал заниматься этим нелегким делом. Воспользовавшись в 2022 году грантовой поддержкой по программе «Агростартап», Артур Тлюпов заложил на своих площадях около 2 гектара корней ежевики. Сам по профессии я юрист, окончил Адыгейский государственный университет, работал в правоохранительных органах, а решил заниматься сельским хозяйством, так как сейчас это востребовано. Узнал о госпрограмме «Агростартап». Помогли в мой бизнес, там есть такая вот, у них офис такой есть, Майкопи, мой бизнес называется, да. Меня там проконсультировали, объяснили, как надо, чтобы поучаствовать в этом конкурсе. Личные средства у меня были на эти все мероприятия. Мне составили бизнес-план в Минсельхозе, все грамотно подсказали. Соответствуя бизнес-плану, решил заняться этим делом. И планируем расширять вот эти все наделы, как говорится, увеличивать объем. Планируем в следующем году, может быть, даже на расширение пойти участвовать в другом агростартапе. Получается там до 30 миллионов. Если объемы будут хорошие, доходность, все это, я думаю, поучаствуем в другом бизнес-плане. Там уже идет на переработку продукция. Здесь аренду взял землю, как раз для этих всех дел. Коммуникации все есть, газ, свет, вода. Я думаю, со сбытом проблем не будет. Так. А почему именно ежевика? Ежевика – это многолетняя культура, очень востребованная на всех рынках нашей России. Там получается, если взять и по урожайности, она с куста дает около 5-6 килограмм на следующий год уже, когда побеги выскочат, да. Получается, урожайность хорошая, она очень полезная культура. Она идет хорошо на переработку. Из нее можно делать много разновидностей продукции. Это то же самое вино, джемы, варенье. Они идут на кондитерские всякие изделия, торты, из них делают. Много разновидностей продукции. Она этим и заинтересовала. Она хорошо заморозку переносит и транспортировку. То есть до Москвы доедет спокойно. Она и вкусная сама продукция. Очень вкусная, сладкая. Выращивание ежевики достаточно трудоемкое занятие, говорит руководитель хозяйства. Эта ягода требует регулярного ухода и внимания. Вы рассказали о преимуществах, да, о недостатках. Недостатки тоже бывают. Они очень, ее надо вовремя обрезать, чтобы она слишком высоко не пошла. То есть если обрезать ее на сантиметрах 30, она пойдет в ширину, и побегов больше будет, и урожайность увеличится. И этот момент просто нельзя пропускать.
по осени уже надо вырезать засохшие побеги и оставлять уже более зеленоватые, которые уже могут дальше продолжать рост. Ну, это как виноградник, за ним надо следить и следить. Это не малина, обрезал и забыл. Тут надо находиться в сезон, каждый день, как говорится, чтобы следить за этим процессом, чтобы не упустить именно вот побегозамещение, которое идет, его надо вовремя пресекать. Ни для кого не секрет, что покупатели хотят получить спелые и сладкие ягоды, тем более, что цена ежевики достаточно высока. Здесь особую важность приобретает правильный подбор сортов производителям и соблюдение агротехники. Американские сорта – это Black Jam, Freedom, Небеса могут подождать, Кэдо, Вашито. Эти все сорта, они идут как коммерческие сорта. И идут именно на фреш-рынок, которые вот они очень и стоят по цене хорошего у них, ну, ценник, да, как бы, и выгодно продавать продукцию, так как она идет как премиум-класс. Вот. Из-за этого я выбрал эти сорта, так как они большие по размерам, вкусные, сладкие, без кислинки. И они очень востребованы на нашем рынке. Только из-за этого все преимущества есть. То есть вот Freedom, который я посадил вот там дальше, там вторая клетка получается, ну там около, наверное, гектара. Вот этот Freedom, он один из самых крупных считается из всех видов ежевики в мире. Она большая, то есть ее надо с тремя прикусами. Сейчас вот виды работ, это первое, вот здесь будет культивация, вот это всю траву надо будет перепахать. И, естественно, я жду, пока этот побег даст рост, чтобы понимать, где его культивировать по бокам. Потому что он еще пока маленький, и не дай бог, там работник какой-то выдернет траву и выдернет с моей ежевичкой. Из-за этого чуть-чуть мы выжидаем. Но этот междурядье, это да, будем культивацию делать. Сейчас культивация, прополка грядки, потом обрезка будет однозначно, и подвязка на этом уровне, на котором она должна была подвязана. Через сколько вы уже потом увидите результат? Урожайность. Тут разные сорта, но по ремонтанным сортам, вот там Freedom, который он, по идее, должен дать уже в этом году сигнальный урожай, там около то ли килограмм, то ли полтора килограмма с куста, говорят. Ну, время покажет, как говорится. Ну, на следующий год, когда уже вот в этом году, которые побеги выскочат, это вот здесь вот это Вашито, Кэдо сорта, которые они дают побеги. Их мы вот пресекаем на сантиметрах 30, они вырастают уже где-то около где-то 1,5 метров, их делаем подвязку. Вот, и она уже, когда уже заплодоносит, только, наверное, в следующем году, скорее всего. Так и говорят, потому что это сорт другой. А Freedom он дает уже как вот посадил, в этот год уже он дает урожайность. Ну, такой сигнальный урожай. Ну, тоже можно будет его попробовать, продать, как говорится. Вот, но в этом году будет что-то. Да, будем надеяться. На грантовые средства Артур Тлюпов приобрел оборудование, систему капельного полива, то есть все необходимое для успешного развития своего бизнеса. Но на этом молодой и энергичный фермер не собирается останавливаться. Впереди большие планы. Хотим малину. Я думаю, в следующем году будем сажать малину. Это будет, наверное, скорее всего, моровила. Вот, это сорт тоже такой ремонтатный сорт, как говорят. Туда дальше, вот, который плантация, туда дальше у нас сидит около 3,5 гектара. Я думаю, это будет в следующем году малинник у нас. Он очень тоже востребованный именно по вкусовым качествам. Они и крупные такие же, как вот эти вот, ну, ежевика сама, да, она тоже такая же, как ежевика по размерам, ну, по калибру я имею в виду. Вот, и по сбыту вроде бы проблем нету, ну, так как это вкусная какая-то, ну, продукция, да, вкусная продукция, и уже вроде бы и сбыт есть, просто люди сказали, задача вырастить, да, как бы все грамотно сделать, все вот эти вот мероприятия, сельхозмероприятия сделать, и потом уже, как говорится, выйдем на рынок, где там уже будет сбыт. Уже на Москву, скорее всего. А вот вы сказали по профессии юрист, да? Вот откуда знания вот по выращиванию? Ну, я такой, я человек вот такой, что мне обязательно быть, как говорится, работником Минсельхоза, чтобы понимать это. Я просто очень разноширокого, ну, плана, да, человек. Я люблю во все сферы
вникать, где есть прибыль. Это хоть то будет сельское хозяйство, то это будет юриспруденция, то это будет, не знаю, строительство. Как бы мне все сферы интересны. И на этом фоне как бы изучаем все аспекты и учимся уже потихонечку. Ну, первое, конечно, это выгода, а все остальное уже по нарастающей, понимаешь, что это и как это. Можно только позавидовать энергии и целеустремленности Артура. Пожелаем ему дальнейших успехов. Минувшая суббота вылилась в широкомасштабный субботник. Отрадно отметить, что в подобных мероприятиях активнее стали принимать участие и жители поселений. Погода наконец-то подарила нам солнечные дни, а значит, время наводить порядок. Сегодня в райцентре было многолюдно. По традиции, работники бюджетной сферы, организации и предприятий района дружно вышли на субботник. В очередной раз проведена большая работа. Убрали мусор, сухую траву и листья, побелили деревья и бордюры, были срезаны старые ветви деревьев. Работали с хорошим настроением. Этому благоприятствовала, наверное, и теплая погода. Отрадно отметить, что в подобных мероприятиях активнее стало принимать участие и население. В этот раз мы побывали в хуторе Игнатьевске, где также кипела работа. Отложив на время домашние дела, жители вышли на улицу, привели в порядок прилегающую территорию, убрали от мусора всю центральную улицу, побелили столбы и бордюры. Сегодня у нас субботник, он проходит по всей Адыгее. Он у нас приурочен именно к святому празднику Пасхи, который состоится у нас завтра. Я считаю, что каждый уважающий себя житель Адыгеи должен принять участие в данном мероприятии, потому что все мы обязаны держать наши дома, наши участки и наши подворья в чистоте и порядке. Я думаю, что каждый уважающий себя житель должен обращать на это внимание, и как можно больше людей должны принять участие в данном мероприятии. Хочу поздравить всех жителей хутора и всех православных людей с предстоящим праздником. Пусть в ваших домах царит мир, гармония и семейное благополучие. Мероприятие прошло плодотворно. Чем больше людей будет участвовать в субботниках, тем выше вероятность, что район станет чище и уютнее. После подобных мероприятий граждане осознают ценность своего труда, станут меньше мусорить. Продолжаем выпуск. Наш следующий сюжет расскажет вам об участнице Всероссийского профессионального конкурса «Лучший учитель родного языка и литературы» Фатиме Шалацуковой. Материал подготовлен на адыгейском языке. Дальфабзами заражен даляжрач или гаджихар, челецек охар, хешуа гетаго бзами каухуман и зигаушен бун даляжих. Не патихатан зигухшит сиштер, у России за накуку, не дальфабзам чач и литературам чач, чали гаджанах дауз фи орам республика чезу, халяжу, кошхабли челецек охаб ам шиляжу, шавацек Фатим. Фатиме губзагага и цифнага зимжарашиаб, и лест оч рейрахуу, мчелецек охаб ам шиляжу. Аж техитагау за накуку бама халяжа, теку ночу пахар, щитхут хэльхараш гадиха. Не пазхаляжа за накуком, Фатима и гухат фишишт. Адыга конкурс егоч ишта ушықзауым. Адыдауба тари тиқару зафадари задғалагун сабихами хағахонуғу афаджри ахари зачари. Тара замы тара зағогу тіздетім гот қайплин тоши жафаду схалежену сфежа. Сыгури хал конкурсыр, сыгури хал язаха шачари, сыгури хал тисабихами. Афада конкурс горахам уахаляжи зуча. Все равно ты себя подстегиваешь, ты начинаешь заниматься своим самообразованием. Адыгабзари ачальзаптепна, ачач адыгабзар. Агуш хркауготжи. Это она, Марим Фадагуши, Марим Фадагуши, Ошиджафад, ну, самообразование, что я хочу, дедам, да, 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 Се уэрэдэр кэпфэс он, чэшра хатри кэпфэк он. Фатима дзэрэшэгу загамчэм зэнятим хэкоц сабихэм апэрвари гэлэгуэр кушэ уэрэдэр зэрзэбгэш анфаэр ар зэрэшитэр арэм.
Март уаса республиканска уровень хату вот усхалежа сто что у рекучага сабиха апарею пляуга хусталежахар сабиха апарею пляуга хара сабихар а да кале сабиха ахна о афадизу адгабзара ачелеп татиха так нах сяшух татихам нах кагура о яб ура кагура о адрахам ویابشیم یاس اورق اگر آوش آو آوش جفت ویابش تب نه قین خارو دخات قوزی پارچی قزچق واقعه پاخری دغویچ قاق یاس اورق آوش زره دخات کوزنیاتری یاد قوچو سابیخ میاگری ها س وسط کم تختی گوشی او جفت تیمش شدگان او سخر زبانش از وقتی گوشی امی افاده وش ماکهم افاده وش ارش ار نحسنچو ادغابزم نحذی و غوشم با ار سیتیم تر او سخر یازغاش از را جابزم خساغه یازغاش ار کش ورد او کشم تختی گوشی آق کشر زفدر سدای راش ارت واقع دخات کو آخری قاق ایت آن کش ورد کم ورد قیحق سورت داخله افتش آخ سورت هم یابی زرانت کاکیچ زر داوقز دچگو خیچ داوقز قاشق داوقز قاشق. زن فکر آپاییش. ماستر کلاس رت آپاییش چه ماستر کلاسم جای آوسخر زری از قاش را پیام زفش حفخر آخر قزل شود. Каким путем мы можем до детей это все довести? Все равно жару народно-творчеством сабийцы кулом шелажалу фабще зухче на уаса фабще зухче и захашич нахзе ушамбу. Бзым нахфашага маху, и гусита нахчаны маху, и цифладахагар зыбкия учарши, ар нах логтаразу кхатхуута, мара сиусамра сара лешу сабихам, تابش افده ادغاب زرخات اله. عروس قدیه پت آنی ارم. قمر اکروژنیو تیر مرسدا مرسدا ادغاب زد چقدر توی دان پیروچک توش اگراتی جا پیروچک تاخ از هاش میچک تکر قطعش تشه یو سد جیوتنیه قطع او ادغاب زد چه یو فروکتی ادغاب زد چه جافه دزرا زجریتی آبابشایش سلواخر زجریت قطعاتیش. کوزرت زرت فلچوچی عمل قزریحو آخه تل حسابیم. سابیو قطعه خرمیان دل فبزه ی کوزرامش ارر. وچی عشتر دم لعج خرر آپرو قطشیجر نحج خر آرام. سابیر قطشی خوم شغاجیم ابزه زهی برخ زبتن فای. سدا تد اتاق. ترپار نتی نحج خم اوتاق چیر یت نگون قزم اوفج چه زخ جق پف اوفج تب عرش سبی یت اگه دادم شجاعو وسط اگ می پاتیش کمی فیز مینوت کم سد فدرای سد شیشی باش اشتم عد غابزر زهی باخ زبتن فای ت سدات جرر میشک کسلاپر دعو یا تغاشا ورس بزجه او عد غوسط قاتش تو А мишка косолапым пэмчу адыгэ усэц гора ядгажану тэфаэп. Ар зилажыр тэр. Тэр зилажы джидады маэма хурар. Тэр а телефон хати сабихам язытри. Ар ямыту лишний раз з адыгэ усэц. Пусть это будет две строчки. Пусть это будет четыре строчки. Но нужно ежедневно. Продолжать ежедневно с горы Ябаш Азара Украгонфай. Я с пчелом хукуц хлешу гуапащиху, адригаштау, апалку фалху, гусау иэр и шаку Марид. Марид Фатима Фадуч или цикор дадай ятлягух, ягасын и ахашбхейлхам. За нагуакур джирия ухугап, Фатима джири кагатлягуну ба апайлхир. Аши уж нахаш рагана фэшт, ахам ашишхуным Фатима тицахтаритил. На базе Бличипсинской школы состоялся ежегодный конкурс «Безопасное колесо». Мероприятие включало в себя 5 этапов в командном зачете и творческое задание. К
Кто победил в конкурсе, вы узнаете из нашего материала. Ежегодно конкурс «Безопасное колесо», организованный совместными усилиями сотрудников отделения Государственной инспекции безопасности дорожного движения, Межмуниципального отдела МВД России Кашхабльский и Управлением образования района, состоялся на базе Бличепсинской школы. Ежегодно проводится этот конкурс, конкурс «Безопасное колесо», целью которого является профилактика детей дорожно-транспортных происшествий. Поэтому эта тема у нас всегда является актуальной, самой актуальной темой. И в связи с этим я хочу сегодня вам представить нового начальника штаба района Беремова Султана Амирбеевича. Султан Амирбеевич, во-первых, он будет курировать всю военно-патриотическую направленность, в том числе и безопасное колесо. Целью соревнований является формирование культуры безопасного поведения на дорогах, осознанного соблюдения правил дорожного движения, предупреждение детского дорожно-транспортного травматизма. Данное мероприятие команда ЮИ соревнуется в знаниях правил дорожного движения, знаниях основ оказания первой помощи, навыков контрольного вождения велосипеда. Команда, победившая на муниципальном этапе, будет представлять наш район на региональном этапе. Сам конкурс включал в себя 5 этапов в командном зачете и творческое задание. Участники проходили их поочередно. Это знатоки правил дорожного движения, знание основ оказания первой помощи, автогородок, фигурное вождение велосипеда, основы безопасности жизнедеятельности. Погода в этот день выдалась ветреная, но это нисколько не помешало спортивному настрою ребят. Участники показали свои знания в области правил дорожного движения, оказания первой медицинской помощи, решали ситуационные задачи о поведении пешеходов и велосипедистов в нестандартных дорожных условиях, а также на практике показали умение виртуозно владеть велосипедом на специально оборудованной площадке. Все старались пройти эти испытания как можно быстрее, ведь учитывалось время, но и более качественно и точно, чтобы командам не начислялись штрафные баллы. По результатам конкурса первое место заняла Чехракская школа, второе место – Майская, и третье место заняла Егерухайская школа. В этот же день на базе Бличепсинской школы органами системы профилактики безнадзорности и правонарушений среди несовершеннолетних был проведен турнир по мини-футболу. В целях предупреждения, пресечения детской беспризорности, безнадзорности среди несовершеннолетних на территории республики проводятся оперативные профилактические мероприятия «Твой выбор», в том числе на территории Кашхабльского района. В связи с этим, с несовершеннолетними проводятся профилактические мероприятия. В преддверии Дня космонавтики детская модельная библиотека аула Кашхабль провела познавательное путешествие звездам навстречу. В рамках празднования Дня космонавтики детская модельная библиотека аула Кашхабль провела познавательное путешествие звездам навстречу. Провела мероприятие Марет Ямыкова, заведующая детской модельной библиотекой. Тематическую программу провели с целью популяризации знаний о космосе, а также воспитания чувства патриотизма за свою страну, первой преодолевшей силу земного притяжения. Главной особенностью мероприятия явилась атмосфера игры и веселья, а его участники получили заряд положительных эмоций. Началось оно с путешествия по тематической книжной выставке инсталляции «Человек и Вселенная». Новые красочные издания о космосе, полученные по нацпроекту «Культура», вызвали большой интерес у ребят. Ребята услышали рассказ о космосе и достижениях человечества и освоении космического пространства. Познакомились с историей развития космонавтики, с биографией Юрия Гагарина. В ходе мероприятия дети с удовольствием отгадывали космические загадки, отвечали на вопросы интерактивной викторины «Что ты знаешь о космосе?». С человеком на борту отправился в космос. И, совершив полет вокруг земного шара, благополучно вернулся на Землю. А Юрий Алексеевич Гагарин был на борту этого спутника, спутника «Восток». А до него, ребята, в 1960 году пытались и осуществили этот полет, кто? Животные хвостатые, собачки, лайки, белка и стрелка. Да?
И в завершении встречи ребятам показали кадры из фильма «Гагарин» и видеоматериал «От Земли до Марса». Без сомнения, сегодняшнее мероприятие получилось интересным, давшим уникальную возможность получить новые знания о космосе, вспомнить события, ставшие золотыми страницами истории человечества. Самый первый в космосе летел с огромной скоростью. Отважный русский парень, наш космонавт Юрий Гагарин. Планета голубая, любимая, родная. Она твоя, она моя, а называется Земля. Телескопом сотни лет изучают жизнь планет. Нам расскажет обо всем умный дядя Астроном. Посчитать совсем непросто. Ночью в темном небе звезды. Знает все наперечет. Звезды в небе. Звездочет. Это была последняя информация на сегодня. На этом я с вами прощаюсь. До свидания.